Здравствуйте, меня зовут Паша Осачи, я из города Москва, мне 20 лет. Я снимаю ролики в ТикТок, у меня там уже более 4 миллионов подписчиков. В основном снимаю всякие социальные ролики, вот, но иногда бывают и юмористические. Помимо ТикТока занимаюсь спортом, потому что в здоровом теле здоровый дух, как говорится. Вообще, я считаю, что главное в людях – это честность. Не будет фальши, будет все. Вот, поэтому главное условие дружбы со мной – это искренность и честность. Вообще, я люблю делать добрые дела. Даже взять ту же рекламу в ТикТоке, я никогда не буду делать рекламу ставок, казино. Вообще, вещей, которые могут ввести в заблуждение людей. Последняя реклама была, это эко-челлендж. Мы там показывали, как правильно рассортировать мусор. Поэтому я люблю делать добрые дела и хочу радовать, в принципе, людей. Поэтому, надеюсь, вам я тоже понравился. И мы еще поработаем.